Всем привет, вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет на обзоре телефона Redmi 10, а компании Xiaomi. Телефон я приобрел на сайте Розетка, так что давайте смотреть обзор. В этом ролике будет очень интересно, так что поехали! Телефон пришел вот такой обычной белой коробочке. Есть разные расцветки. Мне попалась расцветка синяя, голубая вернее. 4 гигабайта оперативки и 128 гигабайт основной памяти. Есть еще версии, где 64 гигабайта основной памяти. Телефон — это новинка, выпущенная компанией Xiaomi. Так что давайте посмотрим, какая комплектация в этой коробочке. Ну, как всегда, идет такая упаковка, в которой, как всегда, должен быть чехольчик, вот скрепочка для лотка сим-карт. Вот он и чехольчик такой силиконовый, ну, стандартный, обычный, мягенький, все разъемы есть, есть защита для зарядки. Ну, на первое время очень хороший. Здесь удобные бортики, чтобы для защиты камеры и другого. Очень много всякой, конечно, макулатурки, все описание на разных языках. Все это все можно почитать, кто любит. Вот, как всегда, куча разных книжечек. Как всегда, всего очень много. И полезная и хорошая информация в этих книжечках есть. Дальше у нас в комплекте идет, сейчас посмотрим, что у нас еще здесь дальше идет. Есть такой USB шнур. Ну, уже как всегда идут Type-C, в этом году вообще со всеми телефонами идет разъем Type-C, так что это очень удобно и хорошо. Очень мне нравится этот разъем. Так, ну и также идет в комплекте зарядка. Зарядка — это 20 Вт. Телефон поддерживает функцию быстрой зарядки, и поэтому это очень большой плюс, потому что уже многие компании перестали с новинками ложить зарядки. Ну а Xiaomi ложит еще и быструю зарядку, так что большое спасибо. Ну и посмотрим на сам телефончик. Ну, на телефончике есть вся информация. Телефон поддерживает 50 мегапикселей камера. Здесь 4 камеры, NFC поддержка. Экран 90 Гц, 6,5 дюймов. Процессор Helio MediaTek J88. 8-ядерный процессор по 2 ГГц. И аккумулятор 5000 мА с поддержкой 18 Вт. Поэтому большое спасибо за такую зарядочку. Так, ну что, снимаем пленочку и посмотрим, как внешне выглядит наш телефончик. Вот телефон такой приятный, переливается разными цветами. Так, нужно снять эту наклеечку, которая, ну, не очень хорошо смотрится. Но она снимается очень легко и удобно. Так. Вот такой телефон, глянцевая поверхность. Вот этот лоток на 4 камеры, 50 мегапикселей, основная широкоуголка 8 мегапикселей и 2 камеры по 2 мегапикселя. Это для макросъемок и для портретного режима. Вот здесь качелька громкости, есть кнопка включения, она поддерживает сканер отпечатка пальцев, динамик, микрофон, ну и Type-C выход. Здесь лоток под сим-карты. И здесь тоже еще динамик, здесь два динамика, поэтому поддерживается стереозвук. Есть инфракрасный порт и разъемы 3,5 для наушников. Сейчас мы посмотрим на лоток сим-карты. Так, что у нас здесь? А здесь у нас две сим-карты и карта памяти. Ну, это очень большой плюс. Можно поставить две сим-карты, и если кому мало 128 гигабайт памяти, можно добавить, чтобы было больше. Или есть такие модели 164, то это очень хорошо. Большой плюсик. Так, ну давайте попробуем включить телефончик. Так, вот.
пока он включается, еще немножко посмотрим. Видите, как он приливается. Ну, отпечатки пальца, как, конечно, он собирает, потому что глянцевая поверхность. Ну, если надеть силиконовый чехольчик, будет смотреться, в принципе, и в чехольчике неплохо смотрится. Здесь тоже такая наклеечка, которую тоже можно снять. Она немножко портит вид. И вот включается телефон. В телефоне стоит MIUI версия 12.5. Ну, будут приходить обновления, и поэтому его можно обновлять. Как известно, телефон должен поддерживать MIUI 3. Ну, как всегда, нужно настроить. Выставляем язык, выставляем свой регион, Украина, Россия, или кому интересно, можно поставить другие регионы, там многие ставят и США, и Великобритания, и Индия, ну, о регионах тоже можно в интернете почитать. Продолжаем настроечки. Так, нужно сначала подключиться до Wi-Fi, чтобы посмотреть, есть какие-то обновления. Так, мы подключились к сети Wi-Fi, ну, идем дальше, что у нас. Дальше подготавливается к телефон, к следующим настройкам. Ну и смотрим, что будет у нас дальше. Дальше у нас идет данные в этот телефон можно перенести, скопировать с другого устройства Android с помощью Google аккаунта. Ну и есть еще функция перенести с iPhone, кто хочет с Apple перейти на Xiaomi. Так что все удобно, и приобретая новый телефон, вы никакие данные не потеряете. Так, вот пришла мне новая прошивочка 12.5.8, поэтому ее, ну, желательно установить. И будем смотреть дальше. Телефон у меня обновился на новую версию прошивочку. Ну, теперь можно немножко пройтись по меню, посмотреть, что здесь. Вот опускается шторка фирменная, Xiaomi-шная. Если справа вот такая шторка, слева, где приходят все уведомления, сообщения. Так, заходим в настроечки и посмотрим. Пройдемся по меню. Первое у нас о телефоне. Здесь видно, написано, какая версия MIUI. Хранилище 128 гигабайт, занято 27. Стоит версия MIUI 12.5 на Android 11. Ну и все параметры здесь, кому интересно, можно почитать. Все есть. Здесь есть обновление компонентов. Это Xiaomi-шные здесь приложения. Приходят, обновляются. Тоже желательно обновлять, но можно выставить автоматом. И все автоматом будет обновляться. Дальше у нас такое меню, как блокировка экрана. Можно выставить спящий режим 15 секунд. Ну, тоже под себя каждый может настроить, как кому нравится. Можно включить пробуждение для показа уведомлений, стиль часов тоже на главный экран. Вот можно выбрать, какой кому удобен. Ну, мне вот такой нравится стиль часов. Дальше потом, что мы еще можем поставить: режим в кармане, быстрый запуск камеры, экран. Здесь можно светлый режим, есть темный. Для удобства для глаз можно поставить от заката до рассвета, и когда будет солнышко садиться, будет включаться темный экран. Это тоже очень удобно, ну и для глаз очень хорошо. Автояркость есть. Можно включить автояркость, можно переключать на дневной режим. Так что тоже под себя очень много настроек, если покопаться, можно всего. Режим чтения есть для защиты глаз. Вот так его включить, более такой теплые цвета. Режим бумага и режим классика. Ну, желательно включать тоже от заката до рассвета, чтобы был экран приятный для глаз, более приятно можно было смотреть. Тоже очень хорошая функция, я обязательно ее включаю. Цветовая схема тоже есть. Яркий режим, насыщенный, стандарт. Тоже каждый под себя выберет. Все, кому что нравится. Так что тоже очень, видите, можно менять разные цвета, можно и расцветки, можно поставить стандарт, авто. Ну, тоже как себя настроить. MIUI всегда отличается кучей настроек, выделяется очень хорошо. Поэтому
Ну и режим обновления, частота обновления. Можно поставить 90 Гц, чтобы был более плавный экран. И 60 Гц стандарт. Ну 60 Гц это более заряд экономный. Но 90 более приятно для глаз, более лучше. Так что я поставил 90. Ну и другие функции для экрана. Звуки тоже можно разные настроить под себя. Видите, какие режимы звуков есть. Просто в режим можно тоже понаставлять, кто как надо. Но тоже, кто будет настраивать, все это поймет. Так, ну, видите, все. Все здесь есть. Дальше посмотрим режим без звука. Вот. Режим не беспокоить тоже можно выставить, чтобы ночной, ночью не принимать звонки, чтобы не отвлекало от сна. Можно выставить несколько важных звонков, которые вы можете принять, остальные просто будет тишина. Все эти настройки тоже есть. Вибрация тоже можно поставить слабый, средний, тоже виброзвук. Ну такой, в этом телефоне нормальный вибро. Стили центра управлений, даже есть функция умный дом, чтобы Xiaomi-шные разные умные устройства настроить, тоже это все подстроить. Ну и рабочий стол, есть возможность меню без приложений, можно без меню приложений классический поставить. Ну и тоже каждый под себя, кому как нравится, все поднастраивать. Так, дальше что мы посмотрим. В этом режиме можно, ну это показ рекламы, чтобы не было, нужно тоже этот режим отключать. Есть режим обои, можно накачать любые обои, любые темы, все что надо поставить тоже под себя. Здесь обои, разные темы, тут меняются и значки, и звуки тоже. Ну, каждый под себя, как правило, тоже настраивает, чтобы не было одинаково, как всегда, как всех. Дальше, что у нас еще здесь в меню? Пароль безопасности. Здесь в этом телефоне можно настроить сканер отпечатка пальцев, который находится сбоку на кнопке включения, режим разблокировки по лицу, графический ключ и пароль. Режим питания. Есть экономичный. Видите, 12 часов осталось работать. Есть такой режим экономии энергии. Если его включить, отключится много функций, но телефон проработает уже, видите, на 3 часа больше. И есть ультраэкономный режим. Если его включить, видите, телефон пишет 40 часов будет работать. Чтобы выйти с этого режима, вверху есть такая кнопочка, нажать на нее, выход вот здесь, и телефон выходит тоже в обычный режим. Это если вы где-то в дороге, очень полезная эта функция экономии. И 40 часов будет держаться зарядки, но доступны только звонки, там всякие смски. Очень полезная функция. Режим приложения есть. Так, вот расширенные настройки тоже можно. Здесь регионы. Расширение памяти функция есть. В этом телефоне 4 гигабайта, но с помощью этого режима можно добавить еще 2 гигабайта, и в телефоне будет 6 гигабайт. Телефон добавляется с помощью обычной памяти. Если у вас в телефоне очень много памяти, например, как в этом 128 гигабайт, можно этот режим включить, и оперативка увеличится до 6 гигабайт. Это, ну, я считаю, очень хорошая, полезная штучка. Так что неплохая функция, это уже есть у кого в MIUI 12.5, в новой версии эта функция уже есть, расширение, вот видите, памяти. Так что, ну, советую активировать, чтобы телефон был побыстрее все работало. Дальше, запись экрана можно тоже за разные расширения, можно качество видео разные выставить, ну, тоже многим эта функция пригодится, и в телефонах Xiaomi это уже функция встроенная. Все это можно тоже настроить. Тоже очень полезная функция. Ну, что у нас еще здесь? Центр благополучия. Здесь можно настроить родительский контроль, ограничить использование приложений, просмотра YouTube, ну и другого. Ускорение игр есть. Тоже полезная функция для тех, кто любит поиграть в игры. Тоже инструменты для видео, тоже делает качество видео получше, там разные обрезки, ну тоже очень много инструментов, вообще MIUI молодцы,
все сделали, все как надо. Ну и плавающее меню тоже можно настроить, это тоже новая фишка MIUI 12.5. Ну теперь посмотрим по камерах. Камера здесь, как я и говорил, 50 мегапикселей, широкоуголка 8 и 2 камеры по 2. Здесь есть очень много разных функций, разных настроек. Тоже можно все понастраивать. Сканирование QR-кодов есть в камере. Расширение фото можно, качество фото можно поставить высокое, вот нормальное, ну я тем более выше, тем больше мегабайт занимает фотография, тоже все это можно поднастраивать. Частота кадров при фотках, режим есть видео, видео снимает в формате Full HD. Есть ночной режим съемки, есть отдельно, видите, режим ночь, режим 50 мегапикселей, ускоренный режим, ну и другие всякие функции. Ну, как в обычном стандартных Xiaomi-шных телефонах. Так, ну, есть функция профи. Сейчас попробуем сфотографировать и посмотреть на качество фотографии. Вот мы сфотографировали, видите. Ну, вот такое качество, как обычное, стандартное в телефонах Xiaomi. Чтобы более картинка была не такая расплывчатая, тоже вот сейчас покажу, что нужно делать. Чтобы была более качественная фотография, вот навести, например, сюда и нажать пальчиком подержать, и она зафиксируется, и сделать фотографию. И фотография более получается качественная, вот посмотрите. Ничего не плывет, все красиво, все как мы любим. Так что хороший телефон за свои деньги, удобно лежит в руке, красиво смотрится, великолепная камера, 50 мегапикселей, очень много памяти, очень быстрый, так что всем советую. Как всегда, Xiaomi порадовала новинкой. Ну а всем спасибо за просмотр, кому понравилось, поставьте пальчики вверх, обязательно подпишитесь на канал, в будущем еще будет очень-очень много интересных обзоров. Так что до новых встреч и пока-пока.